праздником. Кстати, какой праздник сегодня? А почему народу мало? У всех должно в душе праздник быть. И раз, два я обчелся. Казалось бы, ночью не все ночью пришли. Утром на работу пошли. Рабочий день поздно, вечером можно прийти. Раз, два я обчелся, все. Это наше отношение к Богу. И наоборот, давайте противопоставим, а как Бог к нам относился, отнесся. Пришел Бог на землю. Господь абсолютно безгрешный, абсолютно святой, пришел в нашу грязь греховную. Откуда эта грязь взялась? От того, что мы предали Бога в лице еще Адама и Евы. Согрешили. И покаяться не захотели. И грешили всю жизнь. Хотя и где-то и хотели к Богу, но однако больше предавали. И Бог, однако, имеет любовь. Еще давайте Ветхий Завет почитаем, посмотрим историю Ветхого Завета. Там Бог к себе, как только хорошо, нам Бог не нужен, мы хотим всякие ереси, язычества, идолопоклонства, в оккультизм, магию, во все остальное. Как только плохо, Господи, спаси. И Бог, вот такое шестерническое отношение народа к Нему, терпел, любил, и для того, чтобы привести к себе, чтобы потом прийти к нам. И пришел к нам. А мы сейчас точно так же. Все хорошо, Бог не нужен. Приспичило, прибежали. И опять же, приспичило в земных вопросах, даже прибежали решать земные житейские вопросы. А ведь жизнь-то здесь она пройдет в любом случае. Хоть хорошо, хоть плохо она кончится. Она там будет вечно. А вот что-то о той жизни мы как-то очень мало, очень редко думаем. А теперь Бог для чего пришел? Для чего пришел? Для чего соединился с человеческим естеством? Греховным, грешным, и так, смертным и так далее. Для чего? Чтобы дать нам церковь в конечном итоге. Да, искупить, да. Но для чего? Чтобы дать церковь. Потому что Бог вот, если я не вознесусь, апостол сказал, то не умолю Отца моего, не пошел от Девушки Духа Святого. А церковь – это таинство, то есть действие Святого Духа. Крещение, миропомазание, причастие, исповедь, естественно, венчание, соборное священство. Причастие начинается в Царстве Небес. То есть причастие человек соединяется с Богом. Это начало, это рай. Это то, что мы потеряли, то, что Адам с Евой лишились. Адам с Евой потеряли бы. Вот, если бы там Ева не, или там Адам с Евой не согрешили бы, может, мы в раю жили бы. Да знаете, берите рай, вот он. Не надо. И детские отговорки, кто и не постился, кто не молился, кто некогда, кто работал, кто еще что-то. Рай нам не нужен. Так, теперь опять праздник великий, великий. Первый день-то можно весь Богу отдать. Вчера вечером, и ночью прийти, и сегодня утром, и вечером. Потому что потом большинство перед каникулы, я не знаю какие. Так, большинство выходные. И однако, где мы с вами пришел в отговорке, мы еще не созрели. А что происходит? У нас происходит отношение, смена отношения. Раньше мы даже в годы атеизма радовались Рождеству. Все радовались. И те, кто были коммунистами, радовались. В душе. Не могли пойти в церковь, хотели, но не могли. Так? Ну радовались. А сейчас мы как относимся? Ну как в Европе относились? Историческое событие. Ну как день Великой Октябрьской студенческой революции. Ну был такой, да, ну сели, выпили, отметили. Так? И тот же самый Новый год. Что он на что влияет, не влияет? Ну, праздновать надо. И главное, радуемся. Все покупают елки, бутылки. Подарки радуются. Рождество Христово, Бог к нам пришел, чтобы нас спасти. И здесь, и главное, для вечности. Ну как-то ладно, нет, в другой раз. Но это самое страшное. Это он как раз наши враги и добивается. Чтобы мы к Богу относились, или к событиям его земной жизни относились как к каким-то историческим событиям. Но в Европе это уже давно началось. И что мы имеем в виду? Уже допрыгнули до того, что им и Рождество запретили праздновать. Уже им нельзя праздновать, потому что мусульмане могут обидеться. У нас тоже мусульмане есть, иудеи есть, буддисты есть, тоже обижаются, наверное. Если мы не будем радоваться, если не будем полны храма, нас задают. Об этом надо помнить. Ну пускай дают в этой жизни. Нам, может быть, на пользу пойдет. А страшно, когда еще там нас дьявол задает. Поэтому я прошу, не подумать, что там мораль читаю, но мы неправильно относимся к Богу.
Ну, еще раз, с праздником, с великим праздником, желаю помощи Божьей, и главное, разумления духовного. С праздником.